17 июля в Уральском федеральном округе пройдет 10-й молодежный форум. В нем примут участие представители городов и предприятий. Молодые специалисты Ирбитского молочного завода 3 дня будут работать на форуме по направлению «Трудовая молодость Урала». Организатором данного форума является Федерация профсоюзов Свердловской области. Все это финансируется за счет победителей фонда президентских грантов. Представители Ирбитского молочного завода 2-й раз будут принимать участие в форуме. В этом году сформирована команда из 5 молодых специалистов завода. Этот ролик подготовлен как визитная карточка команды. Ребята в течение 3 дней примут участие в обсуждении вопросов о роли молодежи в политике, продвижении своей территории, построении карьеры. Данные мероприятия, наверное, и помогают держать, скажем так, руководству предприятий, организаций, области, федерального округа, то есть держать руку на пульсе, знать, что необходимо нашей работающей молодежи. Лариса Воложанина, Иван Останин, Павел Тимофеев, НТС Ирбит.